Доброе утро, Иркут. Доброе утро, Иркут. Меня зовут Дмитрий Житов, и вы смотрите специальный репортаж для утреннего коктейля «Майами по-русски». В Майами прекрасное утро, как вы видите. Я собираюсь на горячую йогу со своими друзьями, но по пути остановлюсь в магазине купить плитку шоколада. Давайте узнаем, какой шоколад любят мои друзья. И также давайте узнаем о пользе шоколада. Может быть, и о вреде. Я преподаю йогу и очень слежу за балансированным питанием. Я считаю, что в маленьких дозах можно есть практически все. Мне очень нравится заниматься спортом и быть в форме. Я узнала, что если вы едите темный шоколад, это намного лучше. Вы не намного поправитесь. Я также узнала о пользе шоколада. Например, он хорош для кожи, для пищеварения. У меня даже зависимость от темного шоколада, несмотря на его горьковатый вкус. Темный шоколад мой любимый, особенно с орешками. Естественно, шоколад полезен для души и тела. Он полон антиоксидантов. Годаева – это мой любимый шоколад на данный момент. Он немного дорогой. Маленькая плитка Годаева может стоить $4. И даже немного побольше, если вы покупаете его в фирме-магазине Годаева. Это восхитительный шоколад. Я пробовала немецкий шоколад, испанский шоколад. И заметила, что шоколад из других стран немного дороже американского шоколада. Но привозной шоколад вкуснее. Я предпочитаю тратить больше денег и купить хороший шоколад, чем купить дешевый шоколад и поправиться на 10 килограмм. Я всегда покупаю одну марку шоколада за $4.99. Иногда я нахожу его на распродаже за $3.99. Темный шоколад с любым вкусом. Например, со вкусом апельсина, банана, с морской солью. Я ем шоколад минимум 2 раза в неделю. Если вы едите темный шоколад, то он полезен. Сладкий, например, Марс, очень вреден, так как он полон сахара. Темный шоколад полезен. Горячий шоколад по утрам иногда принесет вам много пользы. Я никогда не пробовала русский шоколад, но пробовала русское виски со вкусом шоколада. Это была бомба. Значит, темный шоколад с меньшим содержанием сахара. Конечно, если охота немного сладенького, я бы посоветовал подсластить кофе либо чай ложечкой меда. Всего хорошего, будьте здоровы! С вами был Дмитрий Житов, специальный корреспондент для утреннего коктейля «Майами по-русски». До новых встреч! До свидания!